Товар в основном закупается из двух мест. То есть первое – это местные производители, второе – это наши соседи Российская Федерация. То есть для удобства что лучше, оставить гривну или ввести? Для начала гривна, потому что мы еще работаем в гривне, у нас товар остался еще старый в гривне, плюс местные производители в гривне. Со временем было бы отлично перейти, допустим, на рубль. И тогда все расчеты делать на одной валюте. А цены были какие? Вот такие же, как в России? Или с учетом региона? Если был бы рубль, скорее всего, цены были приравнены к России, потому что массовые поставщики будут именно с Российской Федерации. Соответственно, и ценовая политика у них тоже своя. Однако это не значит, что они будут дороже. Например, те же нефтепродукты, рубероиды и другие строительные материалы, у них на порядок дешевле. Плюс часть товара всегда, даже в эпицентр, поставлялась из России. Просто поставлялась из России в Киев, а из Киева в Луганск. А теперь это можно настроить по прямой линии из России в Луганск. В первую очередь в чеке отображаться будет не полностью итог суммы. То есть если разные валюты, она не суммируется, и мы не сможем увидеть. Во-вторых, это каждый день изменение цен, это большой объем по данному гипермаркету. Это физически даже невозможно. Мы не успеем просто подать ту цену, которая нужна будет потребителю. И на кассах опять возникнут множество вопросов. Гривна падает и так стремительно, что за ней не знаю, кто угонится. А не проще ли ввести какую-то одну валюту стабильную? Собственную нет, однозначно. Не собственную, просто какую-то одну валюту выбрать. Одна гривна у нас уже есть. Пока доллар и гривна привязаны к доллару, что-то из них выбирать не имеет смысла. Ну, мне привычнее одна, допустим. Ну, как бы, одна денежная единица. Да. Стабильная. А то, какая она будет, рубль это будет, гривна это хоть будет. Как ее назови, какая мы разница. Привыкнем ко всему, перейдем на любую. Я думаю, будет рубль лучше всего. А почему не хотите, допустим, гривну? Ну, украинец же не хочет с нами жить дружно. Никаких, как говорится, экономических отношений, блокаду так и не сняли, поэтому смысл здесь ходить в гривне я не вижу никакого. Основное это рубль. Гривна уже она теряет свою актуальность. А третье, я не знаю, евро, доллар, зачем нам? Это обывательный век, да?